Памятная доска уважаемому ректору в День знаний. На первом корпусе Запорожского национального университета открыли мемориал в честь Вячеслава Толока, который на протяжении почти 20 лет возглавлял вуз. Он ушел из жизни в конце мая этого года, ему было 74. Во время церемонии открытия коллеги и друзья говорили, сложно переоценить вклад Вячеслава Александровича в развитие высшей школы Запорожского края. Честно говоря, преподаю, наверное, только благодаря ему, потому что я видела, как он любил эту деятельность и сколько она приносит вдохновения людям, общение со студентами. Он был одним из самых молодых докторов Советского Союза. Он защитился в 33 года. И в 27 лет он уже получил государственную премию Беруни. Вот. Поэтому как бы университет был его детище. То есть он посвятил всю свою жизнь созданию университета. Вячеслав Александрович Толок был не просто много лет ректором, великим ректором. Он был еще одним из великих запорожцев, которые любили город Запорожье. Вот именно Вячеславу Александровичу мы обязаны тем, что в Запорожье был создан и успешно развивается классический университет, который уже получил звание национального. Участники церемонии почтили память ректора минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.